Индия успешно испытала баллистическую ракету «Агни-Ай». Баллистическая ракета «Агни-Ай» может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны. Стратегические силы Индии провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности «Агни-Ай», способной нести ядерный боезаряд. Об этом сообщили местные СМИ во вторник, 30 октября. Уточняется, что старт был осуществлен с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул-Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса. Баллистическая ракета «Агни-Ай», весящая 12 тонн, имеет дальность действия от 700 до 900 километров. Она может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны. Предыдущее испытание этой ракеты, стоящей на вооружении стратегических сил Индии, было проведено 6 февраля. В настоящее время Индия располагает приблизительно 75 пусковыми установками комплекса «Агни-Ай». Ранее США провели второе успешное испытание новой ракеты-перехватчика, предназначенной для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timicrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.